Вот, смотри, улетел мудак. О. Убежать с места аварии водителю Пола не удалось. Инспекторы ДПС были и трезвее, и быстрее гонщика на «Фольксвагене», который не удержал свой седан на дороге. Автомобиль ехал на такой скорости, что в итоге смог преодолеть метровый сугроб и врезаться в рекламный баннер. Шаткая походка, запах алкоголя изо рта. По словам инспекторов, 39-летний водитель имел все признаки опьянения, но от экспертизы он отказался. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 000 рублей. Также, кроме ответственности перед обществом, водителю придется решить и материальный вопрос с баннером. Михаил Вагин, место происшествия.